Мою землю пришел враг. Врага надо уничтожать. Они бежают, обижают наших матерей, уничтожают наших детей, уничтожают наши храмы и тому подобное. Была у меня семья. Квартира была. От моей квартиры ничего не осталось. В Киевском районе. То с аэропорта обили. Градами, минометами. От моей хаты, что я 12 лет заработал в шахте, моей хаты ничего не осталось. В боях принимал участие в Краматорске, Вызварино и Донецке. Я не был ранен, но 2 раза легкая контузия, слава богу. Два раза контузия. В Краматорске получил легкую контузию и на Вызварино. У меня второй бой серьезный был. Там колонну уничтожили. Колонну из каких? Чего колонна? Колонна с 8 бета-ров уничтожили. Где сзади граница была российская, получается, дорога на низ была. Типа какой-то. Фу, дай бог в памяти. Типа как серпантинчика там. 1,5 суток жали колонну. Мы дождались. Артиллерия по нам работает. То есть грады, минометы. Я знаю, что правый сектор. Нацгвардия, по-моему, еще. Я не знаю, но я знаю, что сейчас башня выходит на лицевую сторону, там сидит правый сектор. Башня аэропорта. Да, и вот это вот двухэтажное здание, правый сектор. Базируется Пески, с левой стороны, Авдеевка. Я могу даже назвать, кто там. Батальон Днепр, один. Батальон Айдар, Нацгвардия. Это польская. Да. Вот мой брат. Еще нашли польский шеврончик. Просто разбитого БТР. В основном наемники находятся в батальонах Азов, Днепр и т.д. и т.п. Нацгвардии их нету. В основном они в батальонах находятся. То есть наемники. А их нанимает Коломойский, их и тварям подобное. В основном они стреляют по Киевскому району, по поселку Октябрьске. Там орудия, минометы, грады, гаубицы Д-30. Д-150. В основном минометная мина падает. Навесом. То есть снизу наверх и потом снова на низ. Ой, гаубица, она летит по траектории. Можно и навесом еще. Но в основном по траектории бьют. Гаубиц. Ну и, соответственно, град. Какой день вы не спите? Я. Сложно сказать. Сложно сказать. Около недели. Ну, больше недели. Ну, в основном 2-3 часа поспал. Такой что-то. Ты можешь сказать. Нормально себя чувствую, хорошо. Вот мои браты, все вот наш командир, соответственно. Наш командир, все нормально, все хорошо, не голодные, все отлично. Девушка, я воюю с апреля месяца. Я, понимаете, извините, не могу нормально себя отдохнуть, не могу нормально поспать. После я немножко устал, но я знаю, что мои братья здесь. Дело было, когда я воевал в Краматорске, мой батька Атаман Бабай, я воевал с ним вместе. А вот месяца уже как 1,5-2 назад погиб один из командиров Терской Волчьей сотни. Позывной Динго. Много казацких голов. Да и то, сколько пацанов в свои головы положили. Взять даже Царство Небесное. Цветок, когда мы... У нас была остановка. Паркинг. Подземная стоянка. Нас 3 дня подряд, не переставая, крыли минами, градами. Люди были голодные, и нечего было пить. И человек просто на гараже, там то ли колодец, за 5 литров воды сложил свою голову. Я пока жив, пока еще здоровье у меня есть, я здесь. Ничего страшного. Погибну, значит погибну. Моя бывшая жена, она уехала в Крым. От моих ничего не осталось. Ребенок мой сейчас в школу не ходит, потому что школу 58-ю в Киевском районе разбомбили. Прямое попадание 120-й мили. Пишу по-моему. Это дело было 1 октября. Это сволочня Порошенко. Дай бог тебя поду греться и париться. Это что?
Можно сыну? Твои дети, сволочь, по канарам, а мои по подвалам ночуют, потому что чтоб ты, сволочь, их не убила. Я тебя лично приду в Киев, я тебе обещал, да, это было давненько, я тебе голову отрежу и за пацанов отомщу всех. Я обещаю, слово дал, я слово сдержу. Все. Мамочка, я вот живой, нормально все. Ну так, немножко нас пощипали. Все хорошо, дай бог тебе здоровья, тебе привет. Всем привет, я живой, нормально, еще дрыгаю. Я вернусь, все нормально, все хорошо. Вот это мои братья все. Я за них горло порву. Хочу передать привет сыну. Даня, папа воюет, папа все хорошо, папа придет. Да, а где ваш сынок? А мой сынок, какая разница? Он меня, если увидит, узнает. Привет всем, кто меня знает, родным, там, близким, тетям, двоюродным сестрам, братьям. Все нормально. Не обижайтесь, то, что я им там не звоню. Там, ну вот такое вот, да, это самое. Воюю, все нормально. Страшно, да, очень страшно, но надо. Это интервью мы брали у странника еще 12 ноября, а 14-го от позиции «Пожарная вышка» остались руины. 7 бойцов были ранены, среди них и герой нашего сюжета. Оксана Волчонок, военный корреспондент «Восток», телеканал «Новороссия», аэропорт.